Добрый день, меня зовут Мария Шапулева, я президент компании AstraZeneca Казахстан. И сегодня для нас было очень важное событие – это подписание меморандума между компанией AstraZeneca и университетом Ковентри Казахстан здесь. Очень важное событие, потому что университет Ковентри Казахстан придает новые стандарты для высшего образования в Казахстане, открывая два направления через Foundation Year – это Computer Science направление, это Business Studies тоже здесь, в Казахстане. И мы надеемся помогать и будем стараться помогать тем студентам, которые учатся в университете, предоставляя им дополнительную научную литературу, лекции наших профессионалов, которые будет возможность у них слушать и посещать, а также возможность проходить internships и, возможно, возможность работать еще когда они именно учатся в университете на высшем образовании. Мы будем сотрудничать, насколько это возможно. Очень важное событие, мне кажется, для высшего образования в Казахстане. Вот, поздравляю всем и будем надеяться на успешное сотрудничество.